8 февраля – день юного героя-антифашиста. Наш видеосюжет посвящен юным героям Великой Отечественной войны, многие из которых отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Только по неполным официальным данным Центрального архива Министерства обороны России в боевых частях сражались с врагом вместе с отцами и старшими братьями свыше 3500 воинов моложе 16 лет. Сколько их, известных и безвестных, шагнули в бессмертие. Самым лучшим монументом в их честь будет наша память. Знакомьтесь, вот некоторые их имена. Мы рассказали о юных героях времен Великой Отечественной войны. Конечно, их было гораздо больше. Тысячи и тысячи обыкновенных мальчишек и девчонок в грозный час испытаний приняли на свои хрупкие плечи неимоверную тяжесть военного лихолетия. И самый лучший памятник юным героям не из мрамора или гранита, а наша память. Пока мы будем помнить их подвиги, они всегда будут вместе с нами.